Слава Иисусу, слава Господу! Я так рад, что мы снова с вами в эфире. Я пастор Генри Мадава, в эфире с «Голос Победы». Сегодня мы хотим продолжать проповеди, которые мы начали в прошлый раз, о самом громком, важном провозглашении. Это то прокламация, которое произошло, когда Иисус воскрес. И сегодня в продолжение мы хотим с вами понять, если Иисус воскрес, что это значит для меня, для всего мира, для людей? Как мне к этому относиться? Как пользоваться этим? Как получить пользу от этого? Заметите, знание не имеет смысла, если его не использовать. Духовное знание можно его использовать только, когда мы доверяем тому знанию, которое мы получили. Многие люди узнают много чего о Боге, от Бога, из Библии, но они не верят и не принимают, и не применяют. И в результате это знание не дает им никакую пользу. Я хочу, чтобы мы с вами послушали внимательно, но самое главное, мы хотим слушать, чтобы слышать, поверить, принять и применять. И тогда будет польза в нашей жизни. Давайте будем смотреть. Самая громкая прокламация, самое громкое провозглашение, заявление, которое было сделано когда-либо в жизни человека, звучит так. Он воскрес. Вот получается, что это заявление влияет на много чего. Это центральное событие всей истории человечества. Иисус своей смерти и воскресения победил силу греха. Он поразил его. У греха теперь нет того господства, который имел раньше. Послание к Римлянам, 6 глава. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И не передавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представите себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Не передавай члены свои в орудие греха. Не дай. Когда христианин передает свои члены орудия дьяволу, дьявол особенно трубит в духовном мире. Потому что вы чужой, вы не с его царства. И когда вы от него, вы даете ему свою руку, он убедится, чтобы все бесы об этом знали. Он Богу, как это называется, когда показываем пальцами своими. Вчера я видел драк в Европе, драка пальцами. Они что там, пальцы, потом третьи пальцы куда-то, и друг на друга. И дрались этим, кто больше их показывает. Вообще здорово. Как это называется? Эти жесты. Вот дьявол показывает Богу жесты, когда один из Божьих детей отдает себя в орудие дьяволу. И он говорит, Бог, смотри, это твое дитё, я его сейчас буду использовать. Не позори Господа, не отдай свои орудия в руки дьявола. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы? Кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности. Две вещи, два дороги. Кому я слушаюсь? Слушаясь греха, результат будет какой? Смерть. 100% из 100 случаев. Смерть запускается всегда там, где грех находится. Послушание запускает праведность тоже. К праведности. Выбор наши. Но во Христе, когда Он воскрес, когда Он умер и воскрес, Он
не только нас простил, Он освободил от влияния греха. И при желании мы можем выбирать и ходить не в сторону греха. Мы имеем право на это, силу на это, решение на это. Поэтому, когда Бог говорит, прощайте, если имеете на кого. Как я могу его прощать? Неправда. Ты можешь, если захочешь. Главное, хочу. Если нет желания, не простишь никогда. Ты будешь обижен навеки. Вы понимаете? Захочет. А грех, цель одна у греха. Нету много целей. Одна. Смерть. Все. Единственная причина, почему дьявол пытается прицепить какие-то грехи к нам, это чтобы он мог нас убить. У него другой цели нет. Убить тебя, убить твою семью, твоих детей, разочаровать всех, кто окружает тебя, убить твое служение, твое призвание, убить твой бизнес, твое это, приносить раннюю смерть в твоей жизни, приносить болезни. Другой цели у него нет. Он не такой добрый Дед Мороз, я даю грех, чтобы наслаждались. Нет. У него цели, смерть, больше целей нет. Воскрес, значит, что сатана и все его дела побеждены. Иисус Христос воскрес. Это значит, сатана и все его дела побеждены для меня. Библия говорит Колоссянам 1 глава, 12 по 14 стих. Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов. Заметьте, Господь избавил нас от силы тьмы. Он нас избавил. Вырвал нас. Мы были пойманы. Мы были парализованы уже. И дьявол нас считал уже своим. У него уже был план, как нас использовать на земле для его грязных дел и как нас уничтожить в конце. План готов. Иисус пришел и избавил, освободил от влияния сатаны. И я свободен. Скажите, я свободен от власти тьмы и от влияния дьявола. Если завтра ты будешь дома, и к тебе подойдет в квартиру, в комнату, в спальню демон ходящий, с пламенными глазами, с хвостом огромным, зубами такие, с такими пастями вообще, не пугайся. Вот когда это произойдет, посмотри с улыбкой и скажи, ага, слушай меня внимательно, повернись и вон отсюда. Скажите аминь. Да, ты когда-то был под властью этого, но Иисус тебя избавил. Скажи, я не боюсь демонов. Скажи, я не боюсь колдунов. Скажи, я не боюсь волшебства. Скажи, я ничего не боюсь. Скажи, от власти тьмы Иисус меня избавил. Скажи, от власти тьмы и от его дел Иисус меня избавил. Да, ненавидь страшный, но он нас от них избавил. Мы свободны. Я избавлен. И он не только избавил нас, он перевел нас в царство свое. То есть быть под влиянием правления Господа Бога. Я там нахожусь, в царстве моего Господа. Получается, мы живем в другом царстве сегодня, в отличие от того царства, где мы родились раньше. Мы родились под влиянием царства тьмы. Где-то в течение жизни мы осознанно отказались от царства тьмы. И Иисус нас избавил. В оригинале это такой взгляд, как будто насильно нас избавил. То есть сатана не хотел нас отпускать,
а Иисус нас вырвал от него, дал ему в лицо, добавил еще сзади, и он убежал. Когда сатана повернулся, дал ему еще. Когда он медлил, ему еще в колено. И он ушел под храмовое. Скажи, сатана поражен. Иисусом Христом для меня. Заметите, это означает, что мы сегодня не под влиянием дела царства тьмы. 1 Иоанна 3 главы написано там, вот с 1 по 8 стих, я прочту, вот, смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам назваться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи. Еще не открыли, что будем, но знаем только то, когда откроется, будем подобны Ему. Потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду, на Него очищает себя так, как Он чист. То будет похоже на Него. Всякий, делающий грех, делает беззаконие, а грех есть беззаконие. И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет греха. И всякий, пребывающий в Нем, не согрешает. Всякий согрешающий не видел Его и не познал Его. Дети, да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен, подобно как он праведен. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Заметите, Иисус тотально поразил, разрушил влияние дел дьявола в твоей жизни. Он нас избавил от проклятия и нищеты, от болезни и немощи, от несостоятельности и ранней смерти. Он нас избавил от хронической печали и грусти, от страха и сломанности в жизни, от депрессии и все, что подобно этой депрессии. Он разрушил все дела дьявола. Скажите, Он разрушил? Еще раз, Он разрушил. Это означает, что ты имеешь право сказать болезни, собирайся и уходи. Чувство вины, собирайся и уходи. Чувство позора, собирайся и уходи. Печаль, собирайся и уходи. Скажите аминь. Любая зависимость, собирайся и уходи. Бывает зависимость от людей на душевном уровне. Вот, собирайся и уходи. Заметите, что нищета и проклятие – это тоже дело дьявола. Можно сказать нищете и проклятие, собирайся и уходи. Несостоятельность в жизни. Пашешь, результат ноль. Это не благословение Божие, это явный признак дела дьявола. Собирайся и уходи. Мы имеем право, потому что Иисус это победил для нас. Получается, в каком бы виде сатана не появился, с какими бы делами не пришел, то ли болезни, проклятие, нищета, сломанность, депрессия, через кого бы он не показался, через людей, через дерево, через близких, через дальних, неважно. В какое бы время суток, то ли во сне я сплю, или рано утром, пока я сонный, или когда я утомлен и уставший, мы всегда имеем полную победу над ним. Он воскрес. Это значит, слово его и обетование его, они истинны. Потому что он воскрес, его слова и его обетования, они живые, они истинные, они реальные. Это не просто философия очередная. Поэтому христианство – это не религия. Потому что у христианства нет философии. У христианства есть Иисус Христос – личность, Дух Святой – личность, сила, которая проявляется, живые отношения с личностью
И слово, которое говорится в христианстве, живое слово, оно не теория, не философия, а жизнь, а несут жизнь и дух. Поэтому, кто вне читает, ему непонятно, потому что он вне. Если ты когда-то был в христианстве, и ты ушел, и сейчас читаешь Библию, не значит ничего для тебя, это значит, ты уже давно за бортом. 2 Коринфянам 1 глава 20 стих. Ибо все обетования Божьи, в нем да, и в нем амин, во славу Божию через нас. Имеется в виду, они правдивы. Все, что он обещал, это правда. Почему? Потому что было самое громкое прокламация. Он воскрес. Если бы не было этого заявления, у христиан была бы еще одна философия, еще одна святая пустая книга, как у всех. Но потому что было это заявление, он воскрес, то слова его, они истинны, они правдивы, они реальны, они живы, они действенны и стоит полагаться на них в жизни. Точно так же, как я полагаюсь на земле, когда я стою и хожу. Поэтому обетования Божьи, они истинны. Слово Божье живо. Это значит, надо использовать эти обетования. Они дадут тебе большие результаты. Они дадут тебе плод. Они сработают. Они уберут болезни. Они уберут нищету. Они исправят ребенка. Они освобождают тебя от страха. Они помогут тебе быть полноценным человеком. Они освободят тебя от наркомании. Они освободят тебя от всего. Обетования Божьи, они живы. И надо относиться к Слову Божьему, как будто она правдива. Почему? Потому что она правдива. Так и есть на самом деле. Библия говорит, ты праведен. Это правда. Библия говорит, ты принят у Бога. Это правда. Библия говорит, ты царственное священство. Это правда. Библия говорит, я дам вам силу, когда примете Духа Святого. Это правда. Ты принял силу. Библия говорит, возложат руки на больных, и они будут здоровым. Это правда. Если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна. Поэтому я так рад, что Он воскрес. Моя проповедь по всему миру, вижу, как она меняет жизни людей. Тщетна и вера ваша. Наша вера не тщетна, потому что Он воскрес. И служение ваше не тщетно. Все, что вы делаете для Господа, не тщетно. Оно принесет вам благословение и плод. Потому что Он воскрес. Дальше написано, и при том мы оказались бы лжесвидетели, если Бог не воскресил бы его из мертвых. 16 стих. Написано, что ибо если мертвый не воскресает, как же Христос не воскрес? А если Христос, то вы еще в ваших грехах. Слава Богу, Он воскрес, значит, я уже не в своих грехах. И те умершие во Христе погибли. Они не погибли. Почему? Потому что Христос воскрес. Когда мы умираем, это не конец. Момент ухода с этой земли – это момент перехода в ту землю сразу же. Никогда не бойся смерти. Ты не ощутишь ничего. Ты умрешь здесь, перестал дышать – это первый вдох там. Ты уже там. Христиане, смерть им не страшна. Страшно нам, которые смотрят, как они умирают. А им, они пришли с этого, перешли туда. И там не менее реально, чем здесь. Даже более реально, чем эта жизнь. Поэтому мы не под рабством страха смерти. И дальше говорится, а если мы в этой толке жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех людей. Мы надеемся, а Он воскрес, значит, мы не несчастны всех, мы счастнее всех. 20 стих. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Вера соединяет тебя со всем, что Иисус достиг, приобрел
через свою смерть и воскресение. Твоя вера соединяет тебя с этим. И она живая, твоя вера. И эта вера нуждается в том, чтобы ее провозглашали, говорили. И она будет действовать. Скажи да, аминь. Провозглашай и говори каждый день. И потому что Он воскрес, мы самые счастливые люди на земле. Почему? Потому что все, что захотим, нам нужно, мы можем достичь. И все препятствия в нашей дороге мы можем убрать. В этом мы самые счастливые. Не потому, что на нас падает золото, нет. Но если мы захотим золото, мы сможем достичь. В дороге пришло препятствие, мы сможем убрать. И получается, что это правда. Бог живой. И Он живой во мне. Я храм Бога живого. Дух Святой живет во мне. Бог дал мне власть и силу. Я буду использовать их везде. Скажите аминь. Иисус воскрес. Теперь это моя ответственность об этом говорить, заявлять и сообщить всему миру об этом. Как хорошо. Заметите, Иисус воскрес. Это означает, сила тьмы побеждена, сила греха побеждена. И все, что связано с рабством, с разрушением, уничтожено. Но наша вера делает, чтобы это все стало живым и реальным в нашей жизни. Я хочу, чтобы снова сегодня мы посмотрели на свидетельства людей, которые слышали, поверили, приняли и применяли, и получили свое чудо. Вот эти этапы никогда не меняются. Я слушаю, и я услышал. Я поверил, и я принял, и я применяю. Давайте мы посмотрим эти свидетельства, но после них я хочу помолиться за вас, чтобы вы получили свое свидетельство. Пастор Генри Мадава, старший пастор Церквей Победа, президент служения «Христос для всех городов». Дело жизни пастора Генри – помочь каждому желающему получить спасение через веру в Иисуса Христа и стать целостным для полноценной жизни в обществе. Поэтому служение «Христос для всех городов» ежегодно проводит фестивали Иисуса по всему миру, евангелизационные собрания с исцелением, где Бог спасает тысячи людей и творит много чудес, избавляя людей от тяжелых болезней, освобождая их и восстанавливая разрушенные жизни. Что здесь у нас? Юра 4 года назад подорвал спину, и когда он нажимал на позвоночник, он ощущал боль. Сейчас он проверил себя, боли нет. А где это ты нажимал, чувствовал боль? То позвоночник. Да. А что произошло с тобой? Нерв зажало меж хребтями, я не мог ничего поднимать вошко, иначе хапал, зажимал нерв. А сегодня как ты ощутил, что все стало нормально? Ну, когда я нажимал раньше, меня там болело. Сегодня я нажимаю, меня там не болит. Не болит. Боже, спасибо тебе за это, во имя Иисуса. Василия физическая тяжелая работа, и у него произошла неделю назад защемление диска. Он с трудом пришел на служение, тянул ногу. Сейчас полностью боль ушла, и он получил исцеление. Это тянул какую ногу? Левую. И сейчас не тянешь ногу? Нет, нормально могу. Нормально все? Нормально. На работу можешь возвращаться назад? Не желательно. Больше такую работу не хочет. Господь, спасибо за исцеление. Дай ему новую работу, Отец, во имя Иисуса. Аминь. У Анны Александровны защемление позвоночника в двух местах уже около 4 лет. От этого было больно сидеть и ходить. И после молитвы никакой боли нет. У вас было ущемление? Да, в двух местах. А сейчас? А сейчас прошла боль. И у меня еще были закрытые два глазных канала. И слеза всегда текла через верх. Ей некуда было девать. Сейчас я вижу, у меня уже сухо. Потом постоянно я вытиралась. То есть слезы появились правильно?
все время у меня текли слезы, а сейчас уже нету этих нету. Слез. Слава а вы можете Богу. Так сделать, проверять свои там, где была боль еще раз? И нету боли? Нету. Слава Богу. Господь, я благодарю Тебя за это во имя Иисуса. Это очень хорошо. Слава Богу. Но чудо, которое кто-то получил, меня радует. Но еще больше, когда я получаю чудо. Самое большое чудо – это когда человек принимает Иисуса, кается, его грехи прощаются. Это первая молитва, которую я хочу совершать для вас. И с вами, если вы хотите принять Иисуса, стать Божьим детем, помолитесь со мной. Скажите со мной: Отец Небесный, прости меня все мои грехи. Господь Иисус, войди в мое сердце. Будь моим Господом и Спасителем с этого дня. Благодарю Тебя. Аминь. Если вы помолились эту молитву искренно, Господь услышал и простил вас. Добро пожаловать в Божью семью. Я вас очень люблю, и Бог вас любит. Теперь возложите руку там, где болит в вашем теле. Или в жизни, тогда на сердце. И любое какое-то направление в вашей жизни болеет, возложите руку на сердце. И мы будем доверять Богу, что Он сделает чудо. Потому что мы услышали, мы поверили, мы приняли, теперь будем применять. Отец, благодарю Тебя за чудодейственную силу Твою, которая сейчас работает в телах людей и в жизни. Запрещаю болезни, провозглашаю исцеление. Говорю: боль и болезни и угроза, уйди сейчас. И говорю: здоровье, исцеление, приди во имя Иисуса. Аминь. Как радостно. Пусть вас Бог благословит. Если вы получили чудо от Бога, свяжитесь с нами. Мы хотим знать, сообщите. Будем радоваться вместе с вами. Помните, мы здесь для вас. Любое время, любой момент. Пусть вас Бог благословит. До свидания.